Всем привет, наши дорогие! Начинаем новый влог. Варюшка с доченькой со своей каждой Алисонькой каждый день играется, ухаживает, кормит, переодевает. Уж очень-очень доченьке нравится. Ее дочка. Я сидела, монтировала влог. Сейчас Варюшку буду кормить. А за окном у нас как-то ветрено сегодня. Вроде бы и солнечно, но и ветер прям постоянно дует и дует. Вот верхний нарядик. Сегодня ты выбрала такой, да, для доченьки? Да. Потрогайте, какой он приятный. Бархатистенький? Да. Сидит. Сидит сама, да? Да, и сухо. Сегодня хочу пожарить кишью. Обычно я жарю кишью в духовке, но сегодня хочу пожарить на сковороде. И раньше я прям семечки, орешки сразу килограммами жарила в духовке, сушила. А сейчас я делаю маленькие порции. Так, мне кажется, даже удобнее. Вот я на протяжении уже нескольких дней семечки жарю по 250 грамм, как съедаем, потом помою эту маленькую порцию и пожарю на сковородочке. Очень удобно. Сегодня то же самое сделаю с орешками кишью. Сейчас помою 250 грамм орешков, а потом пожарю на сковородочке. А еще я сегодня буду готовить слойки с творогом. Подготовила творог, слоеное тесто у меня разморозилось. Сейчас творог смешаю с яичком, с сахаром и буду формировать слоечки. Чуть добавлю сметанки. Сформировала пирожочки, слоечки, немного посыпала сахарком сверху. Сегодня желтком с молочком смазывать не буду, хочу запечь их так и посмотрю, будут ли они румяными. Слойки готовы, и орешки пожарила. Как крем, да? Как крем, да? Правда, как крем. Такие они вкусненькие. Горячо, осторожненько. Приятного аппетита. Спасибо.
жарю греночки. Хлебушек тостовый остался, несколько кусочков, вот чтобы они не пропали, уже лежат несколько дней в холодильнике. Решила приготовить греночки. Золотистенькие, аппетитненькие получаются. Вчера был ветер за окном, сегодня ветер. Ну сейчас не так сильный. Не сильный? Ну он временами, доченька, то сильный, то не сильный. Каша. Каша. Правильно. Косы. Косы. Ушу. Ушуры. 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 Каша. 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 Молодец. Кашка. 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 Угу. Вот кашка. Потом, после кашки, следующий столбик. Кошка. Молодец. Кошка. Вот. Кошка. Мышь. Мышка. Этот чистит валенки, моет сам галоши. Он хотя и маленький, но вполне хороший. Читай. Хороший. Он какой? Хороший. Мальчик радостный пошел и решила: кроха, буду делать хорошо и не буду плохо. Плохо. Да. Смотри, где... Ой, ты что закрыл? Вот, похоже. Да. А для нас свою книжку все. Все, мы с тобой прочитали целую книжку. Описав огромный полукруг, спустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка. «Кря-кря», — сказала одна из них, — «лететь еще далеко, надо покушать». И лягушка сейчас же спряталась, хотя она и знала, что утки не станут есть ее большую и толстую квакушку. Однако ей было очень интересно узнать, куда летят утки. А я знаю, зачем ее купили. Зачем? Чтобы я потом, когда научилась читать, читала. Да. На ужин приготовила спагетти с филе грудки индейки в сливочках. Только прям вот выключила газ. Все готово. Я на днях запекала карбонат свиной в духовке. Блюдо получилось просто объедение. Мясо прям тает во рту. Поэтому мы с Игорьком будем есть свиной карбонат, а детки будут есть спагетти. Еще сегодня пожарила семечки, зернышки семечек. И знаете, я вам вчера рассказывала, что достаточно жарить маленькими порциями и орешки, и семечки. Ну что теперь хочу сказать, семечки достаточно жарить такими порциями. 250, там 300 грамм. А вот с орешками такой номер не прокатывает. Вчера 250 грамм кишью пожарила, и мы с Игорьком их все уплели. Поэтому кишью лучше жарить, ну, в нашем случае, сразу целой упаковкой. Килограмм значит килограмм. А семечками, в принципе, удобно. 250 грамм на сковороде пожарил, и хорошо. И, в принципе, их все
и не съешь в таком количестве за раз. А вот орешки почему-то съедаются. Спасибо, наши дорогие, что посмотрели это видео. Будьте здоровы, всем удачи и хорошего настроения. Всем пока-пока!